И вот внутриличная есть внешка, которая рекомендует контроль осуществляет внутренние пути. Значит, здесь вот куски рельс по 1,5 метра, в которых уже искусственно заложены определенные модели дефектов. Сейчас вот на этом приборе мы можем посмотреть, как это выявляется. Значит, вот у нас здесь вот фрезеровка по шейке рельса. Вот с этой стороны, если посмотрите, не видите. Значит, соответственно, прибор вот вам показал. Вот это вот сигнал, это сигнал вот этого дефекта. Звуковой дефект? Да. Визуально. Визуально. Значит, следующий дефект, это у нас подошва рельса. Вот он тоже главный.